Гуляш из лосятины – редкое блюдо, которым себя и свою семью побаловать может только настоящий охотник. Если вам посчастливилось приобрести лосятину, попробуйте приготовить гуляш из этого мяса дома. Как приготовить гуляш из лосятины? 1. Лосятину промойте и нарежьте на кусочки. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Лосятина 1,15 кг, мука 3-4 столовые ложек, масло растительное 4-5 столовые ложек, чеснок 2 зубчика, соль, перец по вкусу, паприка красная молотая 2 столовые ложки, сельдерей, стебли 2-3 штук, тимьян, веточки 3-4 штук, красное сухое вино 3-4 стакана, говяжий бульон 1 стакан, томатное пюре 1 стакан или взбитые блендером помидоры, сметана 1 стакан, количество порций 5-6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного дня!